Тем временем на одну из управляющих компаний Нижневартовска завели уголовное дело. Ее подозревают в подделке документов сразу 80 домов. Собственники увидели свои подписи в протоколах собраний, которые никогда не проводились. Тот, кто их поставил, воспользовался персональными данными вартовчан против их воли. Возмущенные жители передали липовые протоколы в Жилстройнадзор Югры. На основании полученных документов служба обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело. К слову, пока не завершится проверка, пострадавшие собственники не смогут добиться, чтобы их многоквартирники передали другой управляющей компании. О своей проблеме они планируют рассказать главе города и депутатам.